Так, это дача. Я уже сложила провода, он все скрутила. А это мадам сидит. Вот так вот сидит. Я ей тут подстелила подстилочку. Она здесь на уголочке сидит. Уселась. Но я не могу. Это не Рема, это чудо природы. Возле моих трав сидит. Да, Рема? Нога на ногу. Уложила. Вот, не хочет позировать. Не хочет позировать. Да, скажи. Тут теню себе. Уселась вечер, ночь на улице. Она отдыхать села себе. Устала уже. Все. Алла устала. Так, мне надо тогда убрать отсюда мою сушку. И накрыть вот этим платочком. Так, потому что ты у меня совсем не кстати здесь уселась. Ну ладно, сейчас уберем. Оп. Все, и сверху вот так закрою. И там. Вон она. Здесь у меня уголок такой. И здесь на даче. А это я специально для нее стелю, чтобы на тряпочке сидела, на ее собственной. Все, а тут вот моя сушка сушится. Я решила ее так вот закрыть, чтобы не пылилась и чтобы шерсть сюда не попала. Все, вот так. Такая сегодня у нас вечерняя зарисовка. Да? Ну и красавица. Ах, раскрасавица. Спрашивают за тебя. Где там рядом с вами собака? Почему в лес не пошла? Ты почему в лес со мной не пошла? Потому что потеряла строгий ошейник. А без строгого ошейника, вот с этим ошейником, ходить невозможно с ней. Скажи, она непослушная. Ей надо строгий ошейник. То мы не знаем, что ей в голову придет. Ошейник строгий. Меня не было лето. Пацаны потеряли. Мальчишки мои потеряли ошейник строгий. Теперь с ней особо не походишь. Поэтому я в лесу, она охраняет дачу. Она у нас на охране. Она мощная охранница. Ее все боятся. Да, Рэма? Скажи, ты мощная охрана. Не стесняйся, не стесняйся. Не стесняйся. Красавица наша. Хорошая девочка такая. Хорошая девочка. Очень хорошая девочка, очень хорошая, нежная наша родная собака. Скажи, выбросили меня когда-то. Люди добрые приютили, и вот такое вот чудо. Ну вот как такое чудо могли выбросить? Вот она, гимнасточка. Тарана.